Василий Успенко прошел муниципальный научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее 2018». В нем приняли участие более 100 учеников районных школ. Участники представили 79 исследовательских проектов в 9 направлениях. Один из школьников сделал макет и показал, как будет выглядеть школа через 20 лет. Проекты, которые представлены сегодня, они направлены прежде всего на развитие Тюменского района. И в этом особенности нынешней конференции.